мой Стремилово, жилой дом, где в подъезде живет очень много кошек. Соответственно, люди начали жаловаться, знаете, залезли все двери. Да, мой хороший, привет. Не бойся. Не бойся. И жду. Запах, конечно, имеется. Красавчик. Красавчик. Привет, ребята. Привет. И так жили-были в подъезде кошки. Много кошек. Люди спасли их, как могли, от холода и голода. За ними ухаживают. Горшки чистые, миски чистые, в подъезде чисто. Кошки ручные и очень красивые. Но есть много но. Кошки не стерильны, а значит, они размножаются там же. Кошки не вакцинированы, а значит, они подвержены инфекции. Кошки очень чистоплотные животные, но испражнения нестерильных кошек отнюдь не пахнет розами. Смогли бы вы жить в этом подъезде? Не торопитесь с ответом. Первая кошка с этого подъезда. Держи ее. Сколько здесь еще? 4-5 кошек здесь, да, по-моему? Шесть, да, вот это? 6 кошек всего. Так, еще одна переноска. 6 кошечек тут, да? Ну, тут хорошие. 6 штук. Так, одна из них здесь беременна, сейчас мы ее достанем. Так, вот у нас 5. 5, да? 5 кошек, одну уже вытащили. Кошечки относительно здоровые. 6 кошек. Сейчас будем по очереди всех понимать и считать. Забрали 12 кошек из этого подъезда, и 2 из них оказались беременны, но об этом позже. Нам необходимо обработать их от гельминтов, вакцинировать и стерилизовать. И мы обращаемся к вам за помощью. Без вашей помощи, друзья, мы не справимся.